Базар в Бибионе. Овощной, фруктовый, мясной, одежный, обувной. В общем, смотрите сами. Цены многие из вас уже знают, но может быть что-то появится интересное, новенькое. Так что посмотрим. Колбаски. Это колбаски. Вкусные колбаски. Обалденные колбаски. Батончики. О, вот это сыр. Вот это сыр. Собачка. А вот это сырный павильон. То мужик арбуз купил. Так, я шизею от часиков, так как сам люблю собирать часики. Это дорогие часы, потому что они делаются из вот этого цветного стекла горного. Обалденная вещь. Это всякая бижутерия, всякая фигня. О, восьминожка. Интересные штукенции. Но часы мне нравятся. Часы мне нравятся, они классные. Народ гуляет, уже сидят в кафе. Тут мобильные кафе, ресторанчики. Вышли на базар, сразу позавтракали, и дальше пошли тусоваться. А сейчас я вам покажу двойника Жерара Депардье. Только не ржать. Я тоже прифигел, когда его увидел. Как вам такое? Как вам такие тарелочки, подносики? Красиво. Обалденно сделано. Классные тарелки. Цвета просто. Офигеть, мотивы. Прикольные расцветки. Такие сочетания цветов оригинальные. Класс. Расцветки красивые. Или вот, например, вся стойка. Каждая юбка или платье стоит всего-навсего 5 евро. О, обалдеть. Для женщин подешевле, а для мужиков, ну его нафиг. Красиво. Красиво. Красиво расцветка. О, заодно и курточки продаются. И елки-палки, блин, для настоящих бакардийских джентльменов пока я не видел никакой стойки, никакого места, где продаются футболки, шорты или брюки, или пиджаки. Все для женщин, все для детей, все для дома, блин. Блин, нас мужиков обидели, блин, обделили нафиг. Ну такие идиотские футболки нам нафиг не нужны. А вот это довольно оригинальный зонтик. Какая классная штука. Красивенько.
А народ веселится, народ гуляет. Вон красный человечек под ветром дуется, блин. Это я уже устал. Я хочу пить. На улице плюс 38, 10 часов утра. Офигеть, это тропики, это уже не пляж, это уже тропики. Пляжные полотенца. Какие классные штучки. Ну вот, судя по всему, весь базар рассчитан на детей и женщин. Мужского, блин, только труселя. И все, и больше нифига. Мы на базаре уже четвертый час подряд. Гуляем, гуляем, гуляем. Турист – это такая особь, которая, блин, выдерживает то, чего не может выдержать местные жители, живя всю жизнь в одном и том же месте. Турист способен за полдня пройти весь базар по несколько раз, посмотреть, прицениться, что-нибудь купить, от чего-нибудь отказаться и потом еще успеть побежать на пляж. А я хочу пить.